А это можно с обусловленной фанерой сделать? Это не вопрос. Вот шаблончик сделал это все такое дело, с тонкой фанерой на степлере все. Поилка, ну вот видишь, вот как я говорю, вот же плечик его, видишь, вот, он язычком, вот, видишь, вот, и все. Нажимаешь, а когда под давлением. Да, правильно, под давлением, а он же сам же нажимает. Ну, где-то бачок это идет. Жарко животным. А он наверху такой маленький, да? Ну, пушистый. Похоже на коров. Смотри, как стало. Там зернышки лежат какие-то. Попей вот здесь. Соня, иди сюда дальше, давай смотри. Мы идем к тому дяде, который прячется. Здравствуйте, молодой человек. Как ваши дела? Василий, как дела на выставке? Отлично. Отлично. Народ-то есть? Народу много. Вот этому... Народу. Клиентов много. Это хорошо. Ты мы сейчас дела... на заячьей усадьбе находимся. Дела... Отлично. Спрос превышает предложение. Это приятно слышать. Всем рекомендую. Приезжайте на Белагро. За кроликами. За кроликами. Понятно. Пошли. Ваши как дела? Да, отлично, отлично. Отлично? Кролики в лед. Эх, как горячие пирожки. Трое требуется спросом, поэтому не хватает. Супер. Это ваши самодельные поилочки, да, я понимаю? Да. Собственного производства. Угу. И держится на резинке. Точно. Вот тут молодой покупатель пришел кроликов. А ну краситель скорее всего. Кротитель кроликов. Кротитель кроликов. Ну ничего. Начинающий, правда. Все получится. Никто не сомневается. Пошли, Андрюша. Пойдем в курс. Пошли, ты этих уже укротил, пойдем следующий. Они уже укращенные. Еще недельку. Кролики. Недельку не хватает. Не, это много алкоголя. Хватит из тех дней, которые прошли. Недельку, плюс еще недельку, это здоровье надо очень много. Ничего. Выдержим, понятно. Вот они, поилочки. Thank you.
И куча зайцев. Андрюша? Внутри кролик. Маленькие. Вот ты же хотела кролика у Лена. Вот она же для... У нас смотрите, какой кролик едет. Красивый. Кролик, да, наверное.